Траневского и Даниила Московского в честь 92-й годовщины со дня создания воздушно-десантных войск приурочено открытие мемориала российскому солдату. Установка мемориала – это символический акт памяти о военнослужащих, которые погибли, выполняя задачи в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Прошу приступить к открытию мемориала. Право открытия мемориала предоставляется ветерану ВДВ Буканину Виктору Васильевичу и ветерану и председателю общественной организации ветеранов Чеченской Республики Сердцеву Александру Николаевичу. We'll be right back.